Здравствуйте, это программа ДПС. В студии, как обычно, я, Анастасия Бойко. Сегодня в выпуске. Жуткая авария и чудесный исход. Массовое ДТП в Новосибирске. Дорожные льготы для инвалидов. Где смогут ездить особенные люди? Кенгурятник запрещен. Может ли тюнинг быть легальным? Трое детей чудом остались живых в массовой аварии на Бердском шоссе в Новосибирске. Они вместе с сопровождающими возвращались из детского палаточного лагеря. Как внезапно в газель лоб в лоб врезалась Тойота, вылетевшая со встречки. Передней части Соболя нет. Бока смяты, колеса спущены. То, что маленькие дети 4, 5 и 6 лет не получили травм в результате страшного ДТП – чудо. По-другому и не скажешь. Особенно, когда сразу 5 автомобилей поочередно врезаются друг в друга, и каждая секунда маневров может оказаться роковой. Сначала столкнулись 3 автомобиля, которые двигались в сторону Бердска. Затем один из этих автомобилей, Toyota Corolla, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Соболь». «Соболь», в свою очередь, столкнулся еще с одним автомобилем. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека. Это женщина, которая управляла автомобилем «Toyota Corolla». Ей 56 лет, у нее травма головы. Также пострадал водитель микроавтобуса, у него травмы ног, водителю 46 лет. Дети были доставлены в больницу, серьезных травм не получили, и после осмотра врача были отправлены домой. Кто именно спровоцировал такое массовое ДТП, доподлинно неизвестно. Однако на записи видеорегистратора, который с нами поделились коллеги из сообщества «Автобердск», видно, как темная иномарка обгоняла фуру и, видимо, по касательной задела другой автомобиль, который ехал по встречке. Этой же версии придерживается и Тамара, участница аварии. Ее машина тоже врезалась в детского «Соболя». Вылетела корова навстречу, задела газель, газель развернула, получается. Получается, развернула хорошо прям. И я в «Газель» въехала, получается. Ну и пострадали там 2 водителя, получается, пострадали. С «Газели» пострадали, и женщина сильно пострадала. По предварительным данным, причиной ДТП стала ошибка в маневрировании одного из участников аварии. Однако виновника пока называть рано. По делу сейчас идут многочисленные проверки. По статистике, в лобовых ДТП, когда скорости 2 машин суммируются, и удар получается в несколько раз мощнее возможного, редко удается обойтись без серьезных травм и летальных исходов. А судя по повреждениям этих автомобилей, и скорости удар были немалыми. Только с начала июня и по настоящий день в Новосибирской области в аналогичных ДТП погибли 48 человек и еще 330 получили серьезные травмы. Прибавим детский травматизм. 20 ребят пострадали, 1 мальчик погиб. Эта авария – исключение. Чтобы не подвергать опасности ни себя, ни других участников движения, водителям следует не забывать про правила. Они не просто так написаны кровью. Далее в программе сводка дорожно-транспортных происшествий. Колесо пошло на выстрел. Владелец Honda не справился с управлением, когда лопнуло колесо на его джипе. И как ни пытался уйти до столкновения, с другими иномарками не вышло. RAV4 врезался в Ford. Американская иномарка от удара влетела в Mitsubishi. Все 3 автомобиля получили различные повреждения. Водители и пассажиры не пострадали. 36-летняя дама попала под колеса ВАЗа. Женщина переходила проезжую часть. Водитель отечественной легковушки, вероятно, просто не успел затормозить. У пешехода синяки, ушибы и ссадины на локте. Один остановился, другой нет. Владелец Honda говорит, не заметил, как Land Cruiser, который ехал впереди, затормозил перед светофором, поэтому и произошло ДТП. Скорость движения была невысокая, однако достаточно для того, чтобы у ЦРВ смялась передняя часть кузова и оторвался бампер. У внедорожника повреждений меньше, разбито левое заднее крыло и небольшие царапины на багажнике. Не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина на Тойоте ехал по улице Мира в Новосибирске, и что конкретно произошло в пути, неизвестно. Очевиден только результат. У водителя иномарки ушиб грудной клетки. Хорошо, что в момент аварии был пристегнут. Последствия могли быть куда более печальными. Toyota Carina двигалась по трассе в Чулымском районе Новосибирской области. В пути произошло столкновение с «Опелем». От удара «Астра» врезалась по касательной в попутный МАН. Пассажирка японского седана получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Шноркели, лебедки или кенгурятники? Что это? Модный тюнинг или нарушение закона? О том, на какие изменения в кузове авто решаются водители и чем это может быть чревато, в нашем сюжете. –
Каким был этот спортивный автомобиль, с трудом вспомнит даже владелец. Машина расширена, колеса большего калибра, двигатель мощнее. Из обычного дорожного он превратился в шоу-кар, так называемую машину для показательных заездов. Ее хозяин потратил на тюнинг 3 года. Но сегодня по дорогам на таком не проедешь, грозит штраф, поэтому нужна сертификация. Все согласования, они не совсем понятные. Пытаемся разобраться во всем этом, читаем всякие интернет-статьи и так далее. Таких людей, как я, очень много, которые у меня спрашивают, а как, а что делать, что же с нами будет? А процедура действительно непростая. Необходимо согласовать изменения в экспертной лаборатории, получить заявление в ГИБДД, найти сертифицированные детали, пройти техосмотр и только после получить нужное свидетельство. И это относится как к мелким изменениям, вроде установок дополнительных педалей, так и крупным. Но даже такие сложности водители не останавливают. Совершенствуя свой автомобиль, водители прибегают как к внутреннему тюнингу, так и к внешнему. Замена двигателя, улучшение механических компонентов машины, а также любые наружные изменения требуют сертификации. В противном случае водители должны заплатить штраф в размере 500 рублей. Если в течение 10 дней такие изменения не будут сертифицированы, это грозит аннулированием регистрации автомобиля. На дорогах к автомобилю предъявляют стандартные требования. Фары должны светить белым, указатели поворота желтым, фонари красным. Поэтому некоторые виды тюнинга запрещены. Например, ксеноновые фары без автоматического корректора. А светодиодная подсветка может лишить водителя удостоверения на 1/2 года. Что запрещено полностью и не поддается никаким комментариям и обсуждениям, это замена на автомобилях кузовов, рам. А также, что еще в голову приходит, это установка, допустим, лебедок, либо каких-то защитных бамперов, которые выходят за пределы, бампер установлен заводом-изготовителем. Чаще всего на штрафы попадаются автомобили с газобаллонным оборудованием и прямоточными глушителями. Выхлопы последних не соответствуют нормам, и в ГИБДД владельцев таких машин называют гонщиками. Популярны у габаритных средств наращивание кузова и дополнительных инструментальных ящиков. Самый любимый вид тюнинга – тонировка стекол. По светопропускаемости должны они быть 75%. Вот. Но люди, тем не менее, стали более активно тонироваться в этом году, так как закон вышел о 50% скидки на штраф. И поэтому люди сейчас свободно, больше, не то что свободно, но больше начинают тонироваться и так далее. Специалист автосалона считает, что самая полезная трансформация в автомобилях – это тюнинг внедорожников. Для любителей сибирского бездорожья и активного отдыха в горах такие изменения необходимы. Армен Рутинян в своем автомобиле усилил бампера, увеличил колеса. Планирует поездку в экспедицию по Монголии, но сначала пройдет сертификацию. Пешеходный переход должен быть видимым. Именно поэтому в Новосибирске уже в ближайшее время появится сразу 20 новых дорожных знаков. В первую очередь обновленные консольные опоры появятся на особо опасных перекрестках города. Серебряниковская – Сибревком и Богаткова – Кашурникова. Еще по 2 поставят около Сибирского мола на перекрестках улицы Фрунзе – Кашурникова и Красина, а также Красный проспект и Достоевского. Сразу 6 знаков установят на пешеходных переходах на улице Станционная, еще по 1 на углу улиц Спартака и Фабричная, а также на перекрестке улиц Военная и Ипподромская магистраль. Уже сейчас объявлен аукцион на установку знаков. Начальная цена выполнения работ – 1 998 тысяч рублей. Итоги торгов будут подведены 1 августа. В первую очередь данные знаки будут устанавливаться вблизи образовательных учреждений. Устанавливаться они будут на консолях совместно с светофорами Т7. Это предусмотрено целевыми программами как местной городской, так и федеральной программы. Значит, вообще по требованиям ГОСТа установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 у нас предусмотрена на дорогах, где по 2 и более полосы в каждом направлении. Независимо от того, на консоли они будут установлены, либо на растяжках, но они должны дублироваться над проезжей частью. Выглядеть они будут как обычные дорожные знаки, только должны быть изготовлены на щитах желто-зеленого цвета с флуоресцентной основой. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, присылайте записи с видеорегистраторов или мобильных телефонов на адрес электронной почты, который указан на экране. На этом все. С вами была Анастасия Бойко. Запомните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами.